Еще один дорожный инцидент произошел сегодня утром в советском районе города. Во дворе многоэтажек сгорела машина. Мужики пытаются машину отодвинуть, не могут. Эти кадры сняли жители дома на улице Героев Труда. Ранним утром их разбудили крики соседей. На парковке вспыхнул автомобиль. Возгорание началось под капотом, и за считанные секунды пламя охватило весь корпус. Легковушка оказалась уничтожена. Благо, обошлось без пострадавших. Бензин растекается, не могут потушить, уже пеной тушат. А бензин растекается везде, и все уже, вон по всей дороге растекся. Видимо, полный бак у него был, и все. И уже вон вся дорога уже, видишь, горит. Они уже пену подключили. Сначала водой тушили, потом пену подключили. И все, видишь, никак не могут. Бензин плавает, и все. А видишь, вся дорога в пене, уже какой-то специальным средством тушат, наверное. Ну, бензин такой, бензин.